Собираюсь разбортировать покрышку велосипеда. Где взять монтажную лопатку для снятия покрышки с колеса? Я для этого использую обыкновенные станки для бритья. Одноразовые станки. По мере их использования верхняя часть обламывается. Рукоятка обтачивается, то есть делается так, чтобы они были у вас округлые, не острые, чтобы они не порезали ни покрышку, ни камеру, то есть гладкие. И начинаем разбортировать колесо, то есть снимать покрышку. Делается все это очень просто, как вы можете наблюдать. Покрышка целая, камера целая. Используйте рукоятки от станков бритвенных. Всем благодарю за внимание.